Санктум. Она ждет нас. Уверена в себе. Но еще не знает, что ей грозит. Она слишком умна для этого. Вперед, Басим! Вперед на пролом, как тупые. Покажи мне все. Что бы мы ни нашли, держи себя в руках. Басим, ты поучаешь меня как ребенка. Берегу тебя как отец. Твоя смерть была бы бессмысленна. Тебе еще многое предстоит. Опять загадки, хитрец. Не загадки. Вам обоим суждено величие. Твоя судьба не в том, чтобы залить дому Бога своей кровью.
Если она еще здесь, я спалю этот дом божий дотла. За орден! Во славу древних! Не позвольте этим язычникам раскрыть наши тайны! Должно быть, это путь к Санктуму Фулке. Идем же. Это точно здесь. Я чую ее вонь. Помоги, Басим. Сигурд внутри. Фулке! Я здесь! Покажись! Осторожно, Эйвор. Не сыграй ей на руку. Что значат все эти невнятные речи об эльфах и демонах? Чертежи большого замка в Уэссексе. Найдутся ли здесь уязвимые места? Евангелие от Магдалины. Она плела гнусные сети. За каждую каплю пролитой Фулке крови я нацежу рог ее собственной. Кое-что об Ордене Древних. Фулке стоит у власти, но не возглавляет его. Сигурд.
нашел что-нибудь? Хоть что-то полезное? Возможно. Крепость в Суссексе. Орден обучает там воинов. Нужно знать точно. У Сигурда мало времени. Что-то еще? Записи, которые заинтересуют незримых, в том числе Хайсама. Но что до Сигурда, единственный след ведет в Порчестер. Если он в замке Порчестера, нам понадобится большое войско. У меня появилось много друзей в Англии. Они откликнутся. Верно. Басим, она отрубила ему руку. Скажи, он справится? Он может выжить, но дух — совсем другое дело. Подобная потеря сломит любого. Если ты думаешь, что он лишит себя жизни, как Тедмунд, забудь. Скажу своим людям, что их ярл еще в плену. Им это не понравится. Мы справимся, Эйвор. Я отправлю весть в селение, когда узнаю больше о Порчестере. Готовься. Что сегодня предложишь? Я же просто даром это отдаю. Отличный выбор. И что, это все? Мне пора. Увидимся. Увидимся, Эйвор. Что ты сегодня предложишь? Чудесно, чудесно! Природа прекрасна. Мне уже пора. До встречи. Надеюсь, скоро вернешься. Где же он? Где же Сигурд? Сигурд жив. Но с тобой его нет. Как так? Да, только не сейчас. Мне нужны Крандви. Ты не нашел его, да? Признайся, Эйвор. Скажи нам правду. Мне нужно Крандви. Отойди! Немедля! Не нашел. Потому что и не искал. Я вижу тебя насквозь, Эйвор. О, да.
Эйвор, ты один? Боюсь спросить, что стало с Сигурдом. Я не нашел его. Безумица Фулки, она ускользнула в Суссекс с ним. Нам нужно войско, наши союзники. Напомни о их клятвах мне. Нужно действовать, пока не... Пока не... В чем ты, Эйвор? Рандви, она пытала его. Долго. Отрубила ему руку и оставила нам. Боюсь, его ждет смерть. Медленная. Боги. Хороший мальчик. Стой, брат Волка! Покончим с этим! Так, лучше просто уходи. Я не такой, как ты, Эйвор. Я не бегу от ответственности и не гонюсь за славой. Я всегда поддерживаю свой клан. Очень долго я стоял с тобой плечом к плечу, веря в мудрость Сигурда. Ведь я разделял его убеждения. Он приказал: делай, как скажет Эйвор. И я делал. Подчинялся тебе, даже когда был не согласен. И чем это кончилось? Мы остались без ярла, без цели. А ты носишься по всей Англии, как бешеный заяц. Ты мог поговорить со мной наедине, так, но теперь поздно. Ну и ладно. Я все для себя решил. Слушайте все! Я сражусь с Эйвором за право вести клан до возвращения Сигурда! Уйди прочь, Дак! Нет! Будем биться насмерть! Что ты несешь, Дак? Это глупо! Хватит! Ну, расступитесь! Твой череп станет болеть! Прошу, прекратите! Это все, что ты можешь? Не принуждай меня к этому! Отступись! Лишь того, ты идешь путем глупца, Дак. Лучше остановись. Как же ты тросишь. Ничего, я... Делай
все быстро. Неужели ты не видишь? В этом нет ни капли чести. Всему, что ты знаешь о чести, тебя научил Сигур. Высосишь его досуха и бросишь умирать. Зря ты не прислушался. Мог бы еще спасти! Тебя хватит и изгнания. Уйдешь, будешь жить. Хватит куда ты! Дерись! Что ж, у меня нет выбора. Прошу, прекратите! Ты мог бы подождать. Мог пойти со мной. Ну ты и глупец, так. Видишь, до чего дошло? Стал расточать жалость на этого дуралея. Он меня вынудил. Да, дерзость карается смертью. Ты сам так сказал. Ты дал ему все, что он просил. И хватит с него. Ведь в моем чертоге героев для слабости места нет. Он сражался за то, во что верил. Это ведь хоть что-то значит. Но ты все равно его убил. Какова же цена дерзости? Это решать тебе. Жаль, что так вышло, друг мой. Возьми и ступай к Одину. Пусть в следующей жизни ты обретешь то, что искал в этой. Все по домам. Я все сделаю. Ну идите же! Так обвинил меня в предательстве, в том, что я нарушил клятву. А это мой ответ ему. Я скажу вам всю правду. Никто не ждет Сигурда больше, чем я. И вы это знаете. Все вы. Пускай я переверну весь Уэссекс вверх дном, но найду его! В этом я вам клянусь! Я клянусь. Я его найду. К вам вернется ваш Ярл. Обещаю. Так, ты умер, как и жил, с гордостью. Не могу гневаться на тебя за это. Я скучаю по твоим историям, друг мой. И помню их все.
Пришло послание. Дэнди, Эйвор. Скажи, Эйвор, как ты? Я... Давай лучше не будем об этом. Понимаю. Посмотрим на карту союзов. Ты говорил с Хайсомом о Винланде? О, да. Чудно. Я отметила это место на карте, по крайней мере, примерно. Скажи, когда соберешься в путь. Мне нужно в Суссекс. Возможно, нам с Басимом удастся спасти Сигурда, но нужно войско. Тебе решать. Чем больше союзов ты сможешь заключить, тем выше шансы на победу. Отправлюсь прямо сейчас и вернусь вместе с Сигурдом. Обещаю. Что ж, тогда я предупрежу союзников. Встреться с Басимом, как сможешь. Он должен быть в Кройндоне.